Преодолевая границы, мы взяли курс на успешное будущее. Мы стали надежным партнером благодаря нашей профессиональной команде и высококачественным услугам. Мы прилагали усилия для безопасного выполнения работ и всегда бережно относились к окружающей среде. Продолжая устойчивое развитие, мы превратились в прозрачную международную судоходную компанию. Мы – АСКО, старейшая судоходная компания в регионе, с богатой историей, опытом и традициями. Примерно 90% ежедневно потребляемых в мире продуктов питания и других промышленно важных товаров транспортируется морским путем. Это подчеркивает важность морского транспорта как одной из ключевых экономических артерий нашей планеты. Морской транспорт объединяет континенты, находящиеся на расстоянии тысяч километров друг от друга. Азербайджанское Каспийское морское пароходство также выступает в роли кратчайшего моста, соединяющего Азию и Европу. Наша история началась в 1858 году с основания акционерного общества «Кавказ и Меркурий». В 2013 году по распоряжению президента Ильхама Алиева мы вступили в новый этап нашего долгого и славного пути. Этот год отмечен созданием ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» путем объединения двух крупнейших предприятий морского транспорта в нашей стране. АСКО, считающаяся уникальной судоходной компанией, благодаря разнообразию своих судов, занимает лидирующие позиции на Каспии с самым крупным флотом в регионе. Мы предоставляем нашим клиентам более 200 судов различных типов, предоставляя не только услуги погрузоперевозки, но и многопрофильные специализированные услуги. Мы также занимаемся судоремонтом и строительством, подготовкой профессиональных моряков. Наш морской транспортный флот, осуществляющий непрерывные перевозки грузов и пассажиров, включает в себя танкеры, универсальные сухогрузные суда, паромы, а также современные суда типа «Ро-Ро» и «Ро-Пакс». Как АСКО, судами именно указанного флота мы эффективно и безопасно перевозим различные виды грузов по транзитным маршрутам, проходящим через нашу страну. Теперь наши суда можно также наблюдать в бассейнах Черного и Средиземного морей. Мы уделяем особое внимание расширению нашей деятельности в данных бассейнах и внедрению в эксплуатацию новых, более крупных типов судов. Современную цивилизацию, так же как нашу повседневную жизнь, невозможно представить без нефти и газа. Каспийский морской нефтяной флот в подчинении АСКО играет особую роль в добыче каспийской нефти и газа, которые считаются национальным достоянием нашей страны. Суда нефтяного флота считаются уникальными в мире из-за сложности и специфики реализуемых ими проектов. В состав нашего Каспийского морского нефтяного флота входят крановые, водолазные, буксирно-снабженческие, трубоукладочные суда, баржи и другие различные типы судов. С учетом современных вызовов мы активно работаем над обновлением наших флотов с целью улучшения конкурентоспособности. В рамках этого процесса мы успешно сотрудничаем с Бакинским судостроительным заводом, где регулярно размещаем заказы на строительство новых судов. Сотрудничество с данным заводом привело к приобретению нашим флотом множества современных и уникальных судов различных типов. В настоящее время мы продолжаем данный процесс. Успешность всех наших рейсов и операций, а главное, наша безопасность, непосредственно зависит от надлежащего технического состояния наших судов. На судоремонтно-строительных заводах «Бибейбат» и «ЗИХ», входящих в состав АСКО, предоставляется широкий спектр судоремонтных и морских инженерных услуг для различных типов судов. На данных заводах проводится текущий капитальный судостроительный и навигационный ремонт судов. Передовые технологии применяются во всех ремонтных подразделениях и цехах наших заводов.
состав нашей компании также входят самые современные доки на Каспии. На нашем судоремонтно-строительном заводе ЗИХ, помимо ремонтных работ, также осуществляется строительство судов различных размеров. Проектирование судов данного типа осуществляется специалистами АСКО. Основной ценностью нашей компании являются профессиональная команда, которая успешно осуществляет операции как на море, так и на суше. Забота о здоровье каждого члена коллектива и эффективная организация их досуга являются важными аспектами для нас. Обеспечение гендерного равенства и инклюзивности в компании – один из основных аспектов, на которые мы обращаем внимание. Мы придаем особое значение внедрению передового корпоративного управления, направленного на обеспечение безопасности деятельности, контроль воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, улучшение социального обеспечения наших сотрудников и обеспечение их прав. Основной кадровой и образовательной базой АСКО служит Азербайджанская государственная морская академия, диплом которой признается в более чем 170 странах мира, а также Азербайджанский морской колледж. В нашем учебно-образовательном центре проводятся тренинги по сертификации моряков. Наши тренинги сертифицированы многими международными организациями. В рамках международного корпоративного управления были созданы независимый наблюдательный совет и комитеты АСКО, а также внедрена система обеспечения внутреннего контроля и мониторинга, гарантирующая прозрачность и подотчетность. С момента нашего основания мы придаем особое внимание внедрению цифровых технологий в бизнес-процессы и использованию различных электронных систем. Каспийское морское пароходство, которое имеет трехвековую историю, стремится внести свой вклад в различные социальные, спортивные, культурные и научные области в рамках корпоративной социальной ответственности. Мы также придаем большое значение передаче нашей истории и традиции судоходства будущим поколениям. В 2021 году мы реализовали эту цель, запустив в эксплуатацию танкер-музей Сураханы, который объединяет в себе историю, современность и будущее мореплавания. Победа в Карабахе, являющаяся яркой страницей нашей современной истории, как и во всех сферах деятельности, открывает новые горизонты для АСКО. Теперь мы работаем с большей решимостью и оперативностью. Мы неустанно продолжаем реализацию своей миссии по превращению нашей страны в международный транспортный узел. Географические расстояния не представляют для нас препятствий на этом пути, потому что мы АСКО. Кратчайший мост между Азией и Европой.